В эти выходные ивановцев ждет пятая по счету сценарная игра по внеаренному лазертагу. На полигоне в Тейковском районе 4×4 километра встретится сотни человек, чтобы в течение целых суток устраивать стратегические схватки с оружием наперевес. Чтобы игра не превратилась в прогулку по лесу, ее проводят в рейдовом формате. Всех участников ждут специальные маршруты, на контрольных точках которых будут задания. Условия обещают очень суровые, приближенные к реальным выходам военных подразделений. 24 часа в режиме нон-стоп на автономном питании. Будет и разведка, и сопровождение колонны, поиск объектов в лесу. Организаторы для антуража и переброски игроков планируют использовать военную технику из Тейковской ракетной дивизии. Игра будет происходить с использованием лазертаг-оборудования, которое позволяет отработать такие персонажи, как снайперов, пулеметчиков, автоматчиков. По лесу дальность прицельного огня будет достигать от 200 до 400 метров. Ночью это еще дальность больше увеличивается. То есть все это реально приближено как в реальных условиях при использовании автоматического огнестрельного оружия. А техника будет не просто тоже кататься, то есть для ее использования будут тоже использоваться различные лазертаг-устройства, которые будут имитировать подрыв этой техники. То есть если устройство будет подрываться, техника, соответственно, будет останавливаться и какое-то время не будет использоваться.